Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы постоянно спрашиваете меня, чтобы я вам подробнее рассказал о книге, о своей книге «Фак фитнес» или «Ступени натурального бодибилдинга». Вот данная конкретная книга в печатном варианте – это мужской вариант. Женский вариант пока, к сожалению, только на электронном носителе. Как появилась эта книга и в электронном варианте, и в бумажном? Когда я дошел в написании статей до определенного уровня, расписал, вы знаете, все мои статьи, ступени, 4 ступени для каждого из уровней начинающего спортсмена, то пришла необходимость скомпоновать это все вместе. И, естественно, чтобы было удобнее в первую очередь вам, для тех, кто только начинает свой тренинг или уже идет какое-то время по нему, данная книга является лучшим руководством. Почему лучшим? Потому что, друзья, это единственная книга, единственный учебник, если хотите, который дает вам конкретные рекомендации. Когда вы четко понимаете, что вы делаете, до какого уровня вам нужно дойти, для того, чтобы перейти на следующий уровень. 4 ступени. Каждая ступень расписана по упражнениям, по количеству подходов и повторений. И каких силовых показателей вы должны достичь для того, чтобы перейти на следующую ступень. Где еще, кроме пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, других видов спорта, вы найдете подобную информацию? К сожалению, в бодибилдинге такого нет. Вы просто тупо тренируетесь по каким-то программам, потом переходите чисто интуитивно, или когда вам ваш инструктор говорит, что вы должны приобрести новую индивидуальную программу. В данной книге собраны уникальные, очень уникальные страницы, на которых находится уникальная информация, извините за тавтологию. Как появился бумажный вариант? Данная книжка в электронном виде стала лидером продаж в русскоязычном интернете в разделе «Спорт». И ее заметили, естественно, издатели. Одно из самых лучших издательств АСТ связалось со мной и предложило мне выпустить данную книгу. Я пошел на их условия, предложив только одно свое условие. Попросил, чтобы книга была в твердом переплете, чтобы были хорошие читаемые страницы, хороший шрифт. И, естественно, она очень удобная вам по навигации. Вы сможете легко и просто находить каждую из ступеней, находить тесты, по которым будете определять, на какой ступени вы находитесь, если вы уже тренируетесь. И, естественно, сможете продолжить тренировки уже более грамотно. Содержание книжки очень простое и содержательное, извините за тавтологию. Первая часть, которой, как вы видите, я рассказываю вам философско-теоретические размышления, мифы, которые существуют на данный момент. Разбираем эктоморфов, мезоморфов, эндоморфов. Разбираем рейтинг мышечных групп, где вы больше не встретите ни в одной, ни в одном носителе, ни в электронном, ни в печатном. Во второй части, непосредственно уже практическая часть, расписаны все 4 ступени. Часть третья. Спираль. Там я рассказываю вам о своей философии, квинтэссенции моего пути и много-много чего интересного. Также очень много различных вы найдете под заголовков. Также вы найдете подсказки о приседаниях и клевке поясницы, как устранить чрезмерный наклон корпуса, избавиться от клевка, становая тяга, нюансы техники. Тяжелоатлетический пояс, нужен он или нет, как контролировать технику, периодизация, как проверить своего тренера и многое-многое другое. Так что, друзья, приобретайте серию книг «Фак фитнес» отдельно для мужчин, отдельно для женщин, и будет вам счастье в виде грамотных и здоровых тренировок.
Друзья, приобретайте мои книжки. Как приобрести печатную книжку будет в описании к данному ролику. Вы найдете ссылку. А за электронными книжками и мужской, и женской обращайтесь непосредственно ко мне в личку ВКонтакте или в Инстаграм. И я вам расскажу, как приобрести данные книжки. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак-фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.